Ну вот и продолжение, которое я вам обещал. Решил построить из себя чувака из Fox Company, который заканчивает все на самом интересном месте. Ха-ха-ха, такой я подленький. Но ладно. Хотя бы вам пришлось ждать не неделю или не месяц. Так. Но на самом деле мне просто надо было вчера отойти. Так, ладно. Подлечимся. Естественно. Окей. Так. Отлично. Еще одна елка. О, бочки. А в бочках, наверное, мясо. Да. Я прям экстрасенсом становлюсь. С этой игрой. Так, здесь что? Не знаю. Не знаю. Не слишком удобная камера. Ну, по крайней мере. Ну, хотя, ладно, не ограничивайся. Хватит-ка подражать Дюку Нюкему. Смертошлеп. Так. Ух ты, арбалет на ножках. Как тебя называют? Баллиста Спайдер. А могли бы просто назвать Скорпион. Как римскую баллисту. Йоу, медик. Медик, может, ты меня подлечишь сначала? Чтобы уравнять шансы и все такое. Твою мать. Ты же давал клятву Гиппократа. Ах, хрен с тобой. Так, елочка, 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 гори. Окей, эй. Что-то я растерял свой скилл. Так. Не задень только бочку, когда я буду выбегать. Ради бога, елочка. Фуф. Отлично. И вот у нас красный сундук. В красных сундуках обычно козырные вещички. Обожаю разные козырные вещички. Я перегружен? А, ну конечно, зелье перегруженное. Так. Ух-ух-ух. Нам пора получать 8-й левел и кучу крутых шмоток. Ха-ха-ха, драконы. А, это динозавры будущего. Ну, это все объясняет. Ё-моё. Какие ужасные твари. Ой, ё-моё. Блин, это мой кошмар. Это что это такое, блин? Это Мишка Гамми будущего. Охренеть. Охренеть. Мишка Гамми. Я обычных мешок камень, блин, боялся, когда маленький был. А это вообще кошмар какой-то. Блин, ну нафиг. Знаете, мне кажется, эта игра слишком негативно скажется на моей психике. Так что не удивляйтесь, если после прохождения этой игры Адси станет немного диким, бешеным, ненормальным, неадекватом. Блин, зачем я в это играю? Это кошмар. О, я вижу какого-то мальчика. Ай, ладно. Эти динозавры, они слишком легко дохнут от моего... Что это такое? Меча, короче. Так, собака с двумя головами. А что у нас тут? Можно пройти... Не, ну там Мишка Гамми. Я туда не пойду лучше. Это слишком для меня. Так. Кританули курицу. Шикарно. Так. А вот и девочка. Весьма упитанная девочка, скажу я вам. И это не из растянутого монитора. Так. Что у нас тут за сокровище? Дохренище бабла. Это хорошо. Только нахрена нам бабло?
Well, not nice, obviously. The man who destroyed my marriage. That's the nick. Where is your aromatic husband? Don't talk to me about strong. He ran away, leaving me to... If you don't mind my saying so... All I have to keep me company is my two... What's the other head called? I don't know. I'll bet it's something... Deathbank. A delicate flower like me. I need a man, a big, strong... I'll just go find your husband. Ох. Видимо, наша бывшая. Так, ладно, что у нас тут? Владимир Вафля? Киборг-десантник? Значит, десантники. Это уже серьезно. Десантники — это всегда серьезно. Дерево завтра. Гениальные просто названия. Не знаю, как это на английском. Может быть, менее гениально. Но ладно. Больше не будем придираться к переводу. Так, отлично. Джонни, холодные руки. Неприятный тип. По имени видно. Так. Баллиста Спайдер имеет ресист от атак дальнего воздействия, как я понял. От наших выстрелов, я хотел сказать. Блин, эти елочки. Реально. Неприятные твари. Десантники. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что ты делаешь? Неадекват, блин. Так, там медик. Весьма неприятные товарищи, скажу вам. Весьма и весьма и весьма. Но дохнут. Что радует. Ай. Это все время забываю про щит. Хотя он у меня есть. Жалко, конечно, на щит нельзя делать всякие апгрейды. Хотя какие-то могут быть апгрейды. Щит, он и в Африке щит. Так. Еще десантники. О, это какой-то суровый. Брутальный киборгов. А, патрульный. Брутальный, блин. А это кто? Медик! Как это было в каком-то там, не помню. Где он так кричал кто-то? Медик! Кажется, этот старенький мод для Half-Life of Arms, по-моему, что-то такое было. Он там действительно истерически надрывался. Игрок, когда вызывал медика. Так, две баллисты. Но мы их не боимся, они дохнут с нескольких ударов. И не успевают нас особо убить. А у нас жратвы полно, нам не жалко. Да, ой, блин, мишки Гамми. Ой-ой-ой-ой. Небось, еще запретные. Так, тут у нас тупичок. Ну, тупички надо исследовать в первую очередь. Ой, ё-моё! После мишек Гамми у меня совсем никакого здоровья не осталось. Не надо в мою задницу стрел больше. Я этого не вынесу. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну ничего. Еще как чего. Это слишком сурово для меня. Ой, от этой толстухи тащиться. Guess I met something bad. Блин. Челлендж. Что-то мы мало денег потеряли.
Так. Отлично, уровень 8. Фух. А это было не так уж и сложно. Так, здоровье и сопротивление. Да. То, что надо. Вот мы выглядим как... как марсианин... забыл, как его зовут. Марсианин Марвин или как-то там. Короче, у нас его броня. И это шикарно. Так. Пушка завтра. Посмотрим, что за пушки завтра у нас. А мне нравится. Поэтому в задницу наш арбалет. Естественно, кому-нибудь. Кобра для битья. Урон 100, физический плюс 300. Тоже хорошо. Что тут еще есть такого? На плечи автоматона. Нафиг. Технологичные карманные часы. Хрень какая-то. Брелок вчера. Тоже хрень. Огнемет. Ну это естественно хрень уже. Уже больше не актуально как-то. Много всякой хрени, которую жалко выкидывать. Но место в инвентаре нам нужно для чего-нибудь. Так. Отлично. Мы вооружились кое-как. И это здорово. Атомный бомбардировщик. Урон 400 физический. Электровинтовка все равно говно. Поэтому мы ее продадим. Так. Интересно, интересно. Так. И на тебе нельзя проверить ее, блин. Ну что за жизнь? Нашел ядерный бомбардировщик, и его ни на чем не проверишь. Несправедливо. Так. Плежаториум. Какой-то наслаждарий. Торгует зельями. Нахрена ты мне сдался? Уголок Дика. Дерп. Дерп. Ой-о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 й
Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фух. Арбалет тащит. Блин, кошмарные звуки они издают, эти медведи. Кошмар. Перчатки фаната мута. А еще одно дерево завтра. Фух. Пойду лучше закуплюсь зельями, а то чувствую, это до добра меня не доведет путешествие. Наслаждениум. А, вот оно как называется. Наслаждениум, а никакой там не наслаждариум. Так, где тут зелья были? Вот они. Считай, пропустил как-то. Так. Ух ты, можно большие покупать.
Да мне пока маленьких хватает. Но потом надо будет уже большими запасаться. Ой-о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 й
Оказывается, я боюсь мишек Гамми. Знаете? Деньги надо все-таки тратить. И этих зелий мне ни хрена не хватает. С такими-то, блин, мишками. О, не надо! Фух. Не понял, а почему я ядерную бомбировку вызвал? Хрень какая-то. Блин. Мутные гады. Ой-ой-ой-ой! Вот для чего нам нужен ядерный бомбардировщик. Чтобы эти елочки бомбить. Так, что у нас тут? Ага. Исследуем. Паучки наши. А я про вас песенку знаю. Ну ладно. Этим никого не удивишь. Так. Лохнесское чудовище какое-то. Блин. Меня траванули. Как тебя зовут? Поли... Полинатор завтра. Окей. Так. Заросшая табачная плантация. Еще один. Да ё-моё. Что-то не работает, видимо, с этой дистанции наш ядерный бомбардировщик. А с такого расстояния он уже не актуален. Эх, тупит. Ну ладно. Так, это что за тварь? А, динозавры будущего. Хрень. Ой, я нашел какую-то конфетную вещь. 9.14, урон 425. Использует велосипедную цепь, чтобы рвать противников на мелкие кусочки правосудия. Так, мне срочно нужен 9 левел. Потому что на 8 я как-то тут слабоват, мне кажется. Либо, как мне написали, я мух. Так, ладно. Надеюсь, можно будет вызвать на тебя бомбардировку сейчас. Да ё-моё. Да что с тобой не так? Бомбардировка. Да е-ти-ти-ти-ти-ти.
долбанный яд. Еще во время его не поешь нормально. Ну, отлично, можно жрать. И собирать наш хабар. Блин, у нас как здоровый мишка. Ну нахрен. Во что я ввязался? Так, здесь я был, идем туда. Так, еще муравьи. Мне кажется, это муравьи побольше, чем остальные. Ладно, замочим всякую мелочь. Она нам помешает насладиться убиением здорового муравья. Да ё-моё. А вот и ты. Гигантский полинатор завтра. Так, фрабст, не глюч. Ну да. Не такой суровый, как я ожидал. Не такой суровый, как выглядит в конце концов. Так, ладно. Да, неприятные эти твари. Травят. Так, это что за яйцо? Кусок мутои. Знаете, звучит грозно. Интересно, это есть можно? 500 за 9 секунд, а это... Ну да. Наша жратва будущего. Вместо мяса. Блин, зря я еду трачу. Но рефлексы. Рефлексы. Ай-яй-яй-яй-яй, отрава. Отрава меня еще и замедляет. Да и вообще делает в целом слабее. Так, подожди, дай мне подлечиться. Хоть чуть-чуть. И вот. Фух. Кое-как продвигаемся. Жить можно. Ай-яй-яй. Что ж такое? Ничего, подлечимся еще чуть-чуть. И расправимся с ними в следующем эпизоде моего прохождения The Beckoning от Ати. Всем спасибо. Ждите новых серий. Они будут.